Автономный регион Гагаузия готов объявить о независимости от Молдавской республики, если она решит войти в Евросоюз. Об этом заявил глава автономии Михаил Формузал. По его словам, регион выступает за укрепление торгово-экономических связей с Россией. Что будет с нами? Вы нам даете? Кто нам дает гарантии из Европейского Союза, что гагаузы, у вас есть автономия, можете не переживать? Мы, 27 стран, гарантируем, что вы будете автономией. Кто нам даст эту гарантию? 2 февраля в Гагаузии был проведен референдум, на котором подавляющее большинство жителей региона высказались за вступление в таможенный союз. Молдавия считает этот референдум незаконным. Но власти Гагаузии, где проживает около 150 тысяч тюрков, уверены, что центральные власти не предоставляют им достаточно прав. Если наши права будут ущемлены, мы будем обращаться не только к России, и к Турции будем обращаться. Мы будем обращаться в Венгрию, мы будем обращаться в Германию, в Словакию будем обращаться, в Польшу будем обращаться, где наши друзья есть. По всему миру будем обращаться. Наши права никто не должен ущемлять. Наши интересы должны быть соблюдены. В сентябре прошлого года Россия ввела запрет на ввоз молдавских вин, лишив тем самым страну самого широкого рынка сбыта оборотом более 100 миллионов долларов в год. Однако 28 марта, вскоре после референдума, Роспотребнадзор снова разрешил поставлять в Россию винодельческую продукцию из Гагаузии. Местные производители алкогольного напитка снятию запрета обрадовались. Отгружаем вина в 19 стран мира, как на востоке, так и на западе. Конечно, нам приятно, что открылся российский рынок. Мы готовы продолжать сотрудничать в этом направлении. Помимо Гагаузии, вино в Россию может поставлять также и Приднестровская Молдавская Республика.